Как вести себя депутату по статусу, будет решать специальная комиссия из 7 человек. Если народный избранник совершит неподобающий поступок, комиссия сможет вынести ему предупреждение или предложить публично извиниться. Это прописано в изменениях в закон о статусе депутата Заксобрания Амурской области, который прошел в 2 чтениях. Информация о недостойном поведении парламентария может попасть и в средства массовой информации. В вину депутату Заксобрания может быть поставлен слишком громкий звонок мобильного телефона во время заседания. Их рекомендуется переводить в беззвучный режим. Нельзя также покидать зал с целью сорвать заседание. Проект постановления закрепляет и нормы этики в общении депутата с избирателями. Кто войдет в состав комиссии по депутатской этике, станет ясно на следующем заседании. Известно, что членов комиссии будет 7. Это прежде всего будет касаться формата высказываний, соблюдения нормативной лексики и прежде всего серьезной подготовки к депутата не только к каждому законодательному собранию, но и к проведению комитетов, круглых столов, депутатских слушаний. Ну, конечно, есть, имеем мы и по центральному телевидению видим, так сказать, когда там и драки депутатов когда-то были, на Украине до сих пор продолжаются частенько и так далее, и какие-то непарламентские высказывания. Ну вот в масштабах нашего законодательного собрания на сегодня я, допустим, таких примеров привести не могу корректно. Ну это от воспитания, во-первых, людей зависит. Все идет корректно, но... Ну, видимо, раз все принимают, значит, надо принимать. Депутаты и так достаточно несут ответственность за свои действия. Тут то, что вот эти правила, это правила внутреннего распорядка. Их можно выполнять, можно не выполнять. И за это ответственности как таковой нет. Да у меня телефон такой, по которому не все звонят. Если один звонок за день будет, не более того. Поэтому нет, ничего страшного нет. Я, по крайней мере, во время заседания по телефону не разговариваю. И те, кто мне звонит, они знают, когда у нас перерыв, на сколько минут. Поэтому это никак не повлечет отвлечение других депутатов в связи с тем, что я буду разговаривать по телефону.